Всем привет, с вами снова я Бакфакан, и сегодня я смотрю матч Ливанск, который пройдет 27 марта. Это поединок между Стипе Миочичем и Франчишем Нгану. Первый поединок, состоявшийся в 2018 году, и тогда Миочич одержал победу единогласным решением жюри. В этом поединке ошибся шансы как 50 на 50, но думаю, что Миочич еще также победит единогласным решением жюри. Пишите в комментариях свои мнения по этому бою, кто по вашему мнению победит и каким методом. Ну и также подтвердите, что прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выложить свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки находятся в описании. Оппоненты. Стипе Миочич. 20 любое, 20 побед, 15 нокаутом и т.д. положение. И Франчиш Хищник Нгану. 18 боев, 15 побед, 11 нокаутом, 4 сдачи и 3 положения. Рефери Кёлп Дин. Первый раунд, погнали! Вашмен попадает в Стипе. Отвечает Нган. Атакует Франчиш. Бросает его Миочич. Атакует Миочич. И выбиваешь Нгану, и бой возвращается в стойку. Я так и думаю, что бой, наверное, будет во многом похож на первый. Но посмотрим. Ждать осталось недолго. Подрешен Стипе. Попадая Нгану. Попадает Нгану и падает чемпион. Неожиданно. Повод тейкдауна от Стипе неудачный. Повод хайкика. Берут больше паузу. Вашмен. Мимо. Попадает Нгану. Лоу-кик. Попытка тейкдауна. И снова неудачный. Неплохо попадает со Стипе. Атакует Нгану. Неплохо. Вашмен. Апперкот и падает Нгану. Вот это да. Снова падает претендент. Три нокдауна уже в первом раунде. Атакует Миочич. Вашмен. Попадает Франчиш. Попадает Стипе, подречен Нгану.
очень хорошо повыл вторую половину раунда Миочич. Неплохо. Ашмен. Попадает Штипе. Попадает на Ганну, прошел Штипе. И дележный бой. Неплохо. Попадает Мёчиш и снова на Ганну падает. Выходит на болевую на Ганну и хочет гол. Но первый раунд за чемпиона. 10-9 в пользу Мёчиш. Нам покажут лучшие моменты первого раунда. И у нас второй раунд. Попадает Штипе. Апперкот. Неплохо. Попадает Ашмигану. Повых тогда он от Миотича неудачно. Апперкот и падает чемпион. Сколько нокдаунов мы уже с вами увидели. Мимо. Лоу-кик. Мидл-кик. Снова мидл-кик в исполнении Нагану. Мимо. Попадает Франсиш. Падает чемпион. И будет добивание от Нагану. И бой снова возвращается в штурик. Попытка тейкдауна неудачно. Атакует Миочич. Помахивается Франсиш. Мимо. Лоу-кик. Попадает чемпион и падает претендент. Бой снова возвращается в стойку. И снова уже чемпион падает. Вот это бой, конечно. Биг Двама Шоу. Хайкик и претендент падает.
Сколько нокдаунов? Мимо. Помахивает шангану. Поборка хайкика. Попадает на Ганну. Апелкот и вырубает чемпион претендент. Все-таки это случилось. Но следующий бой мы с вами посмотрели, конечно. Закует Скипе. А нам покажут, как это было. Победу нокаутом во втором раунде одерживает и остается чемпионом UFC Стипе Миокич. Что ж, посмотрим, как пойдет этот бой на самом деле. Статистика боя. За два раунда мы увидели 7 нокдаунов. Миочич попал 86 ударов из 224. Нгану 89 из 224. Пассивным 39 из 111 Стипе, Шоук 2 из 111 Франсиш. По нокдаунам 5-2. Нгану не поводил тейкдаунов. У Миочича была 1 попытка удачно из 6. Контроль 54 секунды Миочич, 24 Нгану. По раундам. Первый по ударам 52-56. По сильным 25-24, по нокдаунам 3-1. Тейкдаун 1 из 4 Миочич, контроль 37 секунд Стипе, 10 Франсиш. Второй раунд по ударам 34-33, по сильным 14-18, по нокдаунам 2-1, 2 неудачи попытки тейкдаунов у Миочича. Контроль 16 секунд Стипе, 14 Франсиш. И первый раунд все отдали Стипе. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!